Приветствуем вас в культурном центре «Сергеляцкие огни». Сегодня перед вами выступят наши друзья, с которыми многие годы дружили и работали, и творческие коллективы нашего культурного центра. Желаю вам прекрасного отдыха, хорошего настроения на нашем творческом вечере. Сегодня в зале все, с кем Светлана Рафаиловна работала на протяжении многих лет, и все, кто поддерживал нашей работе. Мы рады приветствовать вас сегодня в этот праздничный день в нашем красивом, уютном зале культурного центра «Сергеляцкие огни» Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. Мы с огромным удовольствием приветствуем всех присутствующих на торжественном вечере, посвященном 25-летию деятельности в сфере культуры Республики Саха-Якутия, 45-летию трудовой деятельности директора культурного центра «Сергеляцкие огни» Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова, заслуженного работника культуры Республики Саха-Якутия. Почетного гражданина Хангаласского Улуса, отличника молодежной политики Республики Саха-Якутия Светланы Рафаиловны Никифоровой считается открытым.